друзья, хотим поблагодарить всех, кто пришел. Сейчас вот так мы работаем в особых условиях, где держим социальную дистанцию и ограниченное количество людей. И понятно, что вот в этот день, день открытия юбилейной выставки Эдуарда Бутерброда, конечно, здесь было бы гораздо больше людей. Я думаю, все эти люди еще смогут в течение 2 месяцев, пока идет выставка, прийти и увидеть давно любимые работы, которые они помнят и знают, и увидеть совершенно новую выставку. Это выставка графики «Кодекс» и «Искусство каллиграфии», и еще ряд зарисовок Эдуарда Бутерброда из его личной коллекции. Мы поэтому сегодня представляем 2 проекта. Это живопись, живопись из нашего собрания. Нам посчастливилось вот с 70-х до 92-го года приобрести 10 его работ. И вот еще здесь представлена работа из собрания Союза художников, прикрытых очень хорошим натюрмортом с маской. И работы эти, безусловно, они периодически возникали у нас на, в каких-то проектах. Вот 10 лет назад прошел такой проект. И вот сейчас мы имеем возможность вновь увидеть давно любимые работы. И, конечно, я хочу сегодня поблагодарить и Анну Марию Бородину, и Антона Бутерброда. Это детей Эдуарда Бутерброда, которые любезно предоставили мне вот в ноябре этого месяца большую коллекцию, 85 графических произведений художника, где и 2 такие полноценные серии, и также еще зарисовки художника, его рисунки туши, рисунки фломастером, рисунки ручкой, такие вот любительские зарисовки, которые он делал, часто находясь на каких-то собраниях, которые были и подготовками еще начала замыслов, которые потом он осуществил в других работах. У Эдуарда Бутерброда очень много друзей в Дагестане. Его очень любят и помнят. И хотя я лично с ним не была знакома, но общаясь с людьми, я вижу, что помимо вот такой славы художника, который у него есть, славы учителя, человека, который многих наших современных художников подтолкнул, открыл для них мир этого современного искусства, у него очень слава такого необычайно доброго человека, необычайно человечного, необычайно открытого. И вспоминая вот день его трагической гибели, я от многих людей слышала слова и вот эти чувства, которые сказал Татьяна Павловна. Я думаю, как вообще такой светлый человек, ну, так вот с ним могло так случиться. Мы очень рады, что сегодня в наших стенах открывается выставка его памяти, выставка его творчества. И хочу поблагодарить особо Министерство культуры, которое в этом году вот так оценило масштаб творчества этого человека и поддержало издание большой книги о нем. Это выйдет она в конце декабря, но я надеюсь, в марте у нас уже все стабилизируется, и мы сможем провести презентацию книги. Это и дневниковые записи, это и воспоминания о нем многих авторов. И хочу опять особо поблагодарить Антона Бутерброда, который в очень короткие сроки отснял для нас огромный семейный архив фотографий, предоставил нам его для этой книги. И многие вещи вот впервые будут опубликованы в этом году и в книге «Эдуард Бутерброд. Иные миры». Вот и хочу поблагодарить Зарию Мажорну, которая вот так откликнулась, да, и потому что издание книги – это очень важная часть музейной работы. И я знаю, что наш министр всегда, когда мне представляется возможность, она эти проекты поддерживает. Это для нас большая удача. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги, уважаемые. Искренне рада вас приветствовать на таком замечательном событии для культурной жизни нашей республики, открытие 2 новых выставочных проектов, проектов, которые приурочены к 80-летию выдающегося представителя дагестанской культуры, сценографа, художника, лауреата государственной премии имени Гамзата Цадаса, заслуженного деятеля искусств ДСР Эдуарда Ивановича Бутерброда. Знаете, действительно, бывают в жизни люди, которые оставляют неизгладимый и такой вот яркий след и в жизни, и в искусстве, и в сердцах людей. Вот я думаю, хотя я тоже, как с Александром Павловичем, не была с ним знакома, но то, что о нем коллеги, друзья говорят, Эдик,
очень, ну, любя, очень тепло, наверное, дает право говорить, что действительно он был именно таким человеком, который оставил после себя колоссальное наследие и в живописи, и в графике, и в сценографии. Это и дневники, и воспоминания, и исследовательские работы по культурному наследию Дагестана. И, наверное, он был одним из тех людей, которые сформировали основные тенденции художественной среды 70-80-х годов прошлого столетия. Но, к сожалению, он ушел рано, ушел трагически. Но его работы хранятся и экспонируются в лучших музеях Российской Федерации, в частности, сегодня в Дагестанском музее изобразительных искусств. Вы знаете, планируется, как Салихат Расулович сказала, презентация большого альбома. Планируется установка мемориальной доски. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем на доме, в котором жили родители Эдуарда Моисеевича, Моисей Зиновьевич и Анна Терентьевна Бутерброд. И сегодня, это то, что нас как бы ждет, да, сегодня все-таки, я думаю, у нас большое счастье окунуться в вот этот мир творчества Эдуарда Бутерброда. Я хочу огромные слова благодарности сказать Салихат Расуловне за очередной такой великолепный художественный проект. Конечно же, благодарность детям, которые поддержали всяческий проект. Я хочу сказать, что вот у нас в гостях сегодня наши коллеги из музея Царицына, большая дружная команда. Хочу вас поприветствовать на нашей гостеприимной дагестанской земле и пожелать все-таки такой успешной реализации задуманного вместе с музеем изобразительных искусств проекта. Всем добрых впечатлений, новых открытий. Поздравляю всех нас. Я еще хочу сказать несколько слов об этой выставке. Вот говорят, что во всем есть промысел Божий. Вот я хочу сказать несколько слов об этой выставке «Кодекс». Так случилось, что я была в октябре как раз в Москве и вот позвонила сыну Эдуарда Бутерброда, попросила вот его, можно ли дать нам на выставку графику. И вот в пятницу улетал, он мне в четверг вечером позвонился, а я только вечером вот сейчас нашел эту папку. И он мне уже поздно вечером привез вот эти вот работы. Вот все-таки как это такое было счастливое стечение обстоятельств, что я в это время была в Москве, и как раз вот уже последний вечер эти вещи нашлись. Вот, ну, в архиве, потому что там много работ. И надеюсь, что этот труд, который мы проделали, он вас порадует. И хочу предоставить слово Татьяне Павловне Петениной, искусствоведу, которая прекрасно знала Эдуарда Бутерброда. Наверное, вот в жизни каждого из нас есть люди, которые оставляют не просто какой-то яркий след или что-то, но они как-то действительно становятся твоими поводырями, что ли, вот по судьбе, по жизни. Независимо от того, ну, насколько ваши близкие отношения, насколько тесно вы общались, это не имеет значения, потому что это действительно вот присутствие как бы на земле, наверное, было, ну, свыше, наверное, запланировано и дано, наверное, тому народу, той среде, тому сообществу, которому это было нужно. Я иногда у Ибрагима Супьянова спрашивала, Ибрагим, имею ли я право там вот преподавать, скажем, дагестанским детям культуру Дагестана, там, ну, вообще писать о дагестанской культуре, не будучи, ну, этнической дагестанкой. Он говорит, не только можешь, имеешь право, ты обязана это делать, и нам это очень интересно, вот этот взгляд со стороны. Ну, сейчас я это почему вспомнила, потому что, наверное, эти слова можно и к Эдику Бутерброду отнести. Причем не только в контексте... Он, да, не был этническим дагестанцем. Он вообще образование имел базовое. Это физико-математический факультет ДГУ. То есть, казалось бы, никаких предпосылок не было не просто заниматься изобразительным искусством, сценографией и так далее, а вообще... вот занять то место, наверное, которое он занял свою вот эту нишу в нашей дагестанской культуре традиционной. Но он удивительно ее понимал, чувствовал и любил. Вот иногда я ему что-то говорила, может, какой-то комплимент, и он всегда говорил, да это что я делаю, что это ерунда, а вот наши ребята... И это не было какое-то, знаете, такое скромничание, ну, себя как-то вот показать таким скромным. Нет, он искренне был, потому что он понимал еще, что вот все наши художники, все наши мастера, ну, а настоящих, я художников говорю, они несут в себе уже на каком-то генетическом уровне вот этот код, который зовут традиционной этой культуры, какие-то архетипические вещи, которые, наверное, заложены и вырабатывались веками вообще в народе.
Вообще, об Эдике можно говорить очень много, безусловно. Просто сказать, что это знаковая фигура в нашей культуре, это ничего не сказать. Он ведь и основоположник, он заложил основы нового как бы художественного языка, нового видения. Но он был очень разносторонней фигурой. Он же, если бы он, например, занялся искусствоведением профессионально, он очень бы достиг большого, больших высот в этой сфере. Если я не ошибаюсь, 11 работ им написаны, по просьбе своих друзей, художников, как вступительные статьи, каталогов, выставок и так далее. Вот. Но каждый из них потом какие-то такие проблемные поднимал вопросы, какие-то ниши, те вот, пробелы, что ли, в нашем искусствознании, их очень много, и сейчас их много, тогда еще больше было. Но он не претендовал на истину в последней инстанции, он просто как бы вот обозначал какие-то пунктиром, так сказать, намечал и давал направление уже другим специалистам. И мне, конечно, так как эта выставка проходит в залах Музея изобразительных искусств, мне бы хотелось сказать об отношениях Эдуарда Моисеевича с музеем. Это вот, не скажу, что часто, каждый день, периодически, проходя по музею, вдруг я видела Эдика. Он один стоял где-то и в русском зале, и в западном зале, и в дагестанском, неважно. Он долго стоял и внимательно смотрел на какую-то картину. Я вначале думала, что он пришел по каким-то своим делам, и вот ждет, может, там ожидание Патима Саидовны или там еще кого-то. Думаю, вот смотрит. Я подходила к нему, спрашивала: «Эдик, как дела, что там, чем помочь?» Он говорит: «Да нет, вот шел, зашел, поздороваться со своими друзьями». И опять это не было позой, для него это была такая, жизненная необходимость. А вот то, что Музей изобразительных искусств имеет прекрасную, пусть небольшую, но прекрасную коллекцию художников русского авангарда, я думаю, наверное, это бы свершилось все равно, потому что уже почти 30 лет прошло после его ухода. Вот. Но тем не менее, что оно пришло тогда, в 80-м году, когда после долгого ремонта музей был открыт, вот это здание, оно 4 года было на ремонте, и в 80-м году, в столетие там получается уже 110-летие со дня рождения Ленина, нам срочно сказали вот экспозицию. Мы ее делали совершенно в таких, условиях каких-то, в цейтноте. И вот здесь, вот как раз на этой стене, были представлены и Родченко, и Экстер, и Янтулов, и еще там ряд вот этих художников, которые сейчас являются действительно гордостью нашего собрания русского искусства. И как это произошло? Вообще Эдик, он такой был очень любознательный человек. Он мог может чуть-чуть здесь какие-то правила музейного, нашей работы чуть-чуть, может, нарушались, но это был и друг, и специалист, и профессионал, ему разрешали. И в музее, в Краеведческом, вот музей на площади, он там мог копаться в фондах, так грубо говоря, копаться, и в наших. Он фонды наши знал лучше, чем, может быть, некоторые сотрудники, которые непосредственно должны были этим заниматься. Знал наизусть абсолютно все. И таким образом он в музее Краеведческом, он откопал вот эти работы, которые были переданы, видимо, 20-е, 30-е годы в музей, и так они как бы им по профилю, они им не нужны, они вот были там, где-то в фондах находились. И вот Эдуард Моисеевич приложил немало усилий, чтобы Министерство культуры передало из того музея к нам. Какое-то время они у нас там были, не были, и он Патимат Саидовну, не то чтобы уговорил. Вы понимаете, это было время, когда в центральных музеях, в наших столицах культурных, эти художники не присутствовали в экспозициях, а так ждали своего еще часа. Еще до перестройки 5 лет было. Вот. И понимаете, и Патимат Саидовна, он пишет об этом в письме, я вот даже наизусть помню эту цитату, в письме Кожлаева он пишет. Говорил Патимат. Патимат мужественно сказала сотрудникам, мужественно, вы понимаете, это был поступок. Пусть вешают все, что скажет Эдик. И вот тогда Юра Кустович, Ибрагим Супьянов, Эдик, они втроем обобедили самыми простыми скромными речками, и вот здесь вот это все предстало. Тогда это как бы, понимаете, было, вроде нормально, или мы, может, недопонимали чего-то. А сейчас мы понимаем, что это действительно был поступок, и гражданский даже поступок. Вообще об Эдике можно очень много рассказывать. Я, как всегда, вас утомила. Что хочется сказать? Понимаете, есть вот и художники, и люди значимые, интересные. Они уходят, и которые признаны при жизни. Они уходят, и постепенно как-то память тоже глушится о них, как-то уходят в небытие.
Понимаете, этим он живой, удивительный. Я думаю, мы все это чувствуем. Понимаете, он вот все равно все эти годы, почти 30 лет, он живет с нами, он рядом с нами, он нам о чем-то напоминает, он нас заставляет, провоцирует жить, может быть, в каких-то моментах на пределе своих духовных, физических, творческих возможностей. Спасибо ему большое за это. Ну и нам всем сил, здоровья и дальше продолжаться в том же направлении, несмотря ни на какие катаклизмы. Спасибо. Хочу предоставить слово народному художнику Дагестана Амирхану Магомедову. Он заместитель председателя Союза художников. И с Союзом художников мы сотрудничаем. И очень интересные работы, очень хорошие находят на его персонале в Эльфортах. Вот и сейчас прекрасная работа на целую с маской, которую мы даже взяли на афишу. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня, конечно, очень замечательно, что сегодня мы вспоминаем еще раз о нашем великом художнике. Его имя все знают в нашем и молодые, и старшие поколения, и средние поколения художников. Конечно, он оставил большой прекрасный след, прекрасные, замечательные работы. Очень радует, что его коллекции и работы находятся в Союзе художников. То, что представлено здесь сегодня, я уверен, что многие эта работа греет, впечатляет, интересует. И думаю, эта работа является одной из таких интересных работ нашей коллекции, то, что находится. Если по большому счету, если взять Эдуард Моисеевич, искусство сделало очень огромный, большой резонансный такой успех. Почему именно театральным искусством? Все мы знаем его произведения, которые он выполнял, именно театральные декорационные работы. На сегодняшний день многим молодым художникам есть еще изучать и учиться от него. Почему? Потому что я считаю, что вот он был очень глубоким, философским, мистическим, думающим художником. Конечно, сегодня нам его не хватает, нам одиноко, грустно, скучно, но радует, что именно его работы теплые. Они, я уверен, что будут служить дальнейшим нашим художникам театральным, декоративным, декорационным искусством нашей республики. Я хотел бы, чтобы этот память о нем, чтобы впечатляли не только именно вот так, как к юбилею. Хотел бы, чтобы в честь него назвать улицу или же можно было какое-то учебное заведение художественное, школы и так далее, чтобы о нем память больше сохранили и как бы знак благодарности наших дагестанцев. Хотелось бы еще раз сказать всем огромное спасибо. Я, честно говоря, Садыхат Расулов, не был знаком с Моисеевичем, поэтому я его знаю, когда будучи студентом, видел неоднократно. Конечно, о нем кто больше общался, знал, наверное, здесь было бы лучше сказать и о Панди, и Суфьяну, которые непосредственно с ним работали. Поэтому, тем не менее, я лично пропитывал себе его, именно его мысли, его идеи, то, что это он делал, творил, меня это очень впечатляет и вдохновляет. Спасибо всем, здоровья. Вот я не вижу Ибрагима Субьянова, к сожалению, но я знаю, что Абанди Магомедов. Абанди хочет тоже несколько слов сказать, поскольку он был очень дружен с Эдуардом Бутербродом, наш прекрасный современный художник, который своим учителем считает Эдуарда Бутерброда. Слушай, я думаю, что мне очень посчастливилось быть учеником медика, когда учился в училище, потом уже к концу жизни мы как-то вот сблизились, потому что долгое время меня не было вообще в Дагестане, я был в это время в Москве, учился, вот, и сблизились и подружились.
конечно, вот говоря, у меня никогда так не поворачивается, Эдуард Алексеевич, потому что всегда говорить Эдик, Эдик. Он для нас Эдиком так и остался. Вот, каким он был тогда вот, в возрасте 33 лет, да, вот таким он у нас и остался, да, вот, память. И, конечно, вот часто, когда собираемся и с Ибрагимом, с Магомедом, вот, мы очень часто вспоминаем Эдика. Да, те слова, которые говорили, мы это часто тоже используем. Вот. И, конечно, сейчас на выставке, конечно, хотелось бы, чтобы народу было много, вот, но, может быть, и из-за времени, и такой сложный, как сейчас. Вот. И просто, наверное, хочется мне сказать, что все-таки Эдик, он еще будет, еще его будут изучать искусствоведы. Я думаю, в будущем выпустят, наверное, не один том его произведений, его работ. Вот. И, конечно, вот, ну, не знаю, язык не подальше говорит прошедшим летом. Еще раз поздравляю, спасибо. Дорогие друзья, мы вот на этом уже наше выступление завершим, потому что все-таки нас определенные вот, рассмотрели нам определенные диктуры. Я хочу в завершение дать слово человеку, который впервые в нашем музее. Это Елизавете Борисовне Фокиной, директору Московского музея Царицына, с которым у нас сложились очень хорошие дружеские отношения, и которые мы планируем продолжить несколько слов. Спасибо, Надана Михайловна. Большое спасибо, что так неожиданно, с одной стороны, пригласили на и открытие выставки, потому что мы действительно приехали в Дагестан с партнерским проектом, а для меня, как для директора музея, который, к сожалению, сейчас в Москве закрыт, мы закрыты до 15 января, находиться на вернисаже — это просто настоящий праздник, потому что мы давно не открывали выставок вот в таком публичном формате. У нас немножко все, в общем, в Москве, наверное, не так спокойно. Сейчас весь день не очень спокойно, но да, мы, в общем, к сожалению, закрыты сейчас. Но при этом наши планы никак не останавливаются. Мы действительно на 22-й год совместно с музеем планируем совместный проект, который будет посвящен такому женскому образу в искусстве Дагестана и вообще культуре Дагестана. И мы как музей, в том числе музей декоративно-прикладного искусства, сейчас видим очень большой ресурс в таком совместном проекте, который будет посвящен в целом и культуре, и разным направлениям, как современным, так и историческим направлениям декоративно-прикладного искусства. Я хочу всех еще раз поздравить с этой выставкой, пожелать успехов, ну и пожелать успехов музею, чтобы всем нам с вами хватало сил и здоровья на реализацию своих самых сногсшибательных, удивительных творческих планов. Спасибо. Спасибо. Я хочу еще раз напомнить, что музей у нас работает, так что вы можете все приходить еще с друзьями, с близкими, посмотреть этот прекрасный выставку. Хочу еще раз поблагодарить Семену Лужина, который бы так мне предоставила, не поменяла, спасибо, что в ночное время эту папку привезла, и чтобы сегодня, вот, через два месяца, мы могли увидеть работы горячо любимого в Дагестане художника. Спасибо большое, спасибо нашему министерству, которое всегда поддерживает, что будем ждать нашу книгу и всем гостям открытия прекрасного творчества. Спасибо.